Доброе утро, дорогие коллеги. Приветствую всех на интерстриме трейдеров U-Trade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, уже 16 июля 2018 года, понедельник. Причем уверяю вас, что это будет особенный понедельник. Обычно мы привыкли, что понедельник тихий, спокойный, аналитический, но сегодня непростой день. Узнаем вместе, какой. Итак, давайте посмотрим. Ну и, конечно, желаю всем успеха. Но самое главное, это не сказал, чтобы этот понедельник непростой был для вас счастливым и радостным. Части дохода прежде всего. Итак, биткоин, друзья. Биткоин ушел наверх. Сейчас торгуется 6321. Рынка не вижу. Так посредине торгового диапазона болтается, но вроде как снизу отбились чуть-чуть, да, все-таки наверх. Вот сегодня в минусе. Середина торгового диапазона, куда идти, непонятно. Эфириум также чуть снижается сегодня. Лайткоин чуть снижается, эфириум классик чуть снижается, Zcash чуть снижается. И Dash чуть снижается, а Monero чуть растет. О, молодец. Как держать? Американский сорт нефти, коллеги. В пятницу монета говорила «бай», «бай» состоялся. Но посмотрите последние два дня недели, четверг, пятница, какой расколбас был. Сегодня, наверное, продолжается то же самое. Но вы знаете, мне все больше это напоминает, так сказать, флаг с проторговкой и дальнейшим движением вниз. Вот реально. О, кстати, надо поменять уже на сентябрьский контракт. Прямо сейчас это сделаю. Сразу после эфира. Индекс доллара, друзья, снизился. Все-таки коррекция пятничная состоялась. Посмотрите, тоже серьезный уз такой образовался. То есть те, кто вот с этого уровня, мы это обсуждали. Давайте включим часовой график. Те, кто вначале шортили, в начале дня, мы об этом говорили, что коррекция может быть. Те, конечно, те, кто начали шортить даже вот с этого, с 11 часов, ну, понимая, что вот этот уровень сильный сопротивления практически был достигнут, и вот отсюда, кто начинал шортить, те могли заработать-то в пятницу на коррекции. 55 центов на индексе доллара – это много, это много. А мы об этом подробно говорили, что, смотрите, там долгие часы не можем пройти, значит, будет коррекция. Но и сейчас, посмотрите, на часовом графике картинка какая техническая. Пробили, делаем ретест, и что? Ну вот пробой, отбой, смотрим, как это будет в сегодняшнем варианте. Но поскольку сегодня фундаментальный фактор играет огромную роль, даже не буду техническую картинку оценивать. Те, кто в пятницу снизились, молодцы. Ну, а сейчас растет доллар, можно постоять, наверное, в плюсе. Индекс доллара по дню, кстати, тоже в плюсе. А давайте включим дневной график, чтобы везде были дневные. Я что-то не похоже мне, что прям сильно вниз двинут доллар, тем более, говорю, фундаментальный фактор сегодня работает. Еврик пока в плюсе, но откатывает от верхов. Фунтик в плюсе был, но откатывает от верхов. Доллар иена растет, кстати говоря. Доллар франк снижается. Доллар канадец снижается. Австралийский доллар в небольшом плюсе. Новозеландский в небольшом плюсе. Золото в небольшом плюсе. Серебро на открытии. Знаете, все очень тонко. И вот рынка сейчас прямо в моменте, на мой взгляд, нет никакого. Давайте посмотрим глобальные новости. Глобальная новость, друзья, конечно. Сегодня в Хельсинки президент России Владимир Путин встречается с президентом США Дональдом Трампом. Самые разные прогнозы на результаты этой встречи, от очень хороших до очень нехороших. Но два фактора хочу отметить, которые происходят. Прежде всего, в самих Штатах на Дональда Трампа явно идет наезд. Они боятся, видимо, каких-то вот решений Трампа, типа признания Крыма, снятия санкций с Россией, еще каких-то, так сказать, действий, шагов навстречу России.
И прямо, так сказать, конгресс, комиссия Мюллера, масса других людей, масса выступлений, заявлений. Ну, вот, например, комиссия Мюллера сделала громкое заявление перед встречей Путина и Трампа, об этом пишут так газеты, прямо так и пишут, предъявили, что в США предъявили обвинение 12 сотрудникам ГРУ за вмешательство в выборы. Это замгенпрокурора сказал, что разведчики российские взломали серверы комитетов по выборам и Национального комитета Демократической партии США, чем помогли якобы Дональду Трампу выиграть. Прямо вот за несколько дней до сегодняшней встречи выкатили. Дональд Трамп в это время был в Европе, тоже сделал какие-то странные заявления, постоянно критиковал НАТО, постоянно критиковал Европу. Такой намек, что, мол, Россия, с Россией надо дружить, а с вами тут непонятно. Вообще как-то поведение, такое впечатление, что он хотел разругаться своими действиями с европейцами перед встречей в Хельсинки. Или шоу такое устраивал, не знаю. Ну, например, посмотрите, какое неуважение проявил Дональд Трамп к королеве Британии. Обычно она всегда идет первой, тем более даме 92 года, как бы все. Ну, а вот посмотрите, как идет встреча Дональда Трампа, как они идут даже просто еще навстречу, Дональд Трамп и королева Великобритании. Ну, Трамп плывет как корабль, а сзади непонятно что, беспомощное, семенящее, такое, знаете. То есть, ну как, женщину, ну, женщину 92 года не пропустить вперед, пошел, все, заслонил, все. Ну элементарно, ты в чужой стране, ну хорошо, в другой стране, там это достаточно близкие страны, Англия и США. Ты в другой стране, так сказать, королева Британии, вот идет рядом, пропусти вперед, иди сзади, культурно. Нет, ну то есть он разозлил всю Европу, и по делу, и не по делу, на мой взгляд. И вот в такой обстановке, имея позади разозленную Европу и Конгресс, и комиссию Мюллера, он встречается в Хельсинки. И, конечно, всем интересно, как он себя там поведет и что он будет делать. Сам факт, на мой взгляд, то, что Трамп встречается с Владимиром Путиным, уже положительный. То есть человек готов к разговору. Если бы разговор, так сказать, он не был готов к какому-то разговору, то и встречи бы не было. Ну а смысл, что лететь там за океан и так далее, все хлопоты. Тем более любая поездка зарубежная президента США, удовольствие не дешевое. Вот. Поэтому да, что-то там прозвучит, но вот именно... Как это прозвучит, какие решения найдутся для серьезных международных проблем. И, кстати говоря, какие проблемы будут обсуждаться, точно мы ничего не знаем. Вот абсолютно. Поэтому сегодня, друзья, по этой причине новостной день. Мы сидим у компьютеров, технический анализ на сегодня забудьте, даже не мудрите. Оттуда может выйти и минус 5, и плюс 5, или что-то посредине, понимаете? Вот и поэтому будем реагировать. Это очень важно для российского рынка, для рубля, для фондового рынка, без сомнения. Но это важно и для евро-доллара, потому что, еще раз говорю, он с Европой сильно разругался за последнюю неделю. Вот, и как бы тут может быть все, что угодно. Поэтому еще раз говорю, день новостной, технический анализ. Отодвиньте пока на сегодня, все следим за событиями в Хельсинки. Скоро уже новости пойдут, ну буквально час-два и какие-то новости пойдут. Далее, коллеги, Европа, так сказать, подталкивает Трампа к выбору, так сказать, правильной стороны в отношениях с Европой и с Россией. Европейские эксперты назвали Россию второй в числе главных угроз ЕС. Кстати, Дональд Туск, это Еврокомиссия, другие чиновники европейские, так сказать, призвали Трампа помнить, что Европа ближайший друг США, а не Россия. Вот. И там такие бурные дебаты идут. Вот. Все, что вам рассказали о том, что, так сказать, Россия ваш ближайший друг, это фейк ньюс. Кричал Туск там. Ну, в общем, серьезные дела там идут вообще. Я вообще не помню, чтобы кто-то из президентов США до такой степени разругался с Европой. Вот. Причем как-то вообще на ровном месте, можно сказать. Далее, друзья.
Очень интересно, чем закончится встреча в Хельсинки. Это, наверное, событие года. Я вам серьезно говорю, это событие года, которое может вызвать колебания года, кстати говоря. Кто продает волатильность, вот сегодня я бы просто вышел с рынка. Просто на один день, до завтрашнего утра, выйти с рынка и посмотреть, вот, что произойдет. Потому что может, так сказать, катнуться волатильность сильно. Далее, друзья, другие международные новости. Ну, понятно, Хельсинки не единственная, так сказать, точка, которую будут наблюдать сегодня. Вот мне нравится новость. В новой конституции Кубы появится понятие «частная собственность». О, кроме того, глава Кубы теперь не сможет, это еще законопроект, но типа готовятся его принять. Глава Кубы теперь не сможет находиться в власти более 2-5-летних сроков. Вот жестко, 2 по 5 и все. О, как интересно на Кубе. Куба вообще. Невероятно, что-то творится на Кубе. А вот говорили, там пришел же сменщик, не из семьи Кастро. Говорили, да нет, он продолжит дело Кастро. Это там верный, надежный им человек. Полностью, так сказать, ими созданный. Вот вам, созданный ими человек, а Кубу превращают в рыночное государство. Оба. Нет в жизни однозначности. Далее, друзья, JP Morgan говорит, что мы приближаемся к большому кризису, или американскому, или международному. Вот это слово «или» я не понимаю. Если американский кризис, он тут же становится международным. И считает Morgan, JP Morgan считает, что время покупать швейцарский франк, сингапурский доллар, американский доллар и японскую иену. И при этом надо продавать все валюты развивающихся стран. Вот. Ну, рубль это так не относит к развивающейся стране, поэтому косвенно советуют продавать рубль. Далее, друзья, Минфин в 2018 году подготовит проект о добровольных пенсионных накоплениях. Ну, чтобы люди сами зарплаты откладывали и в будущем как бы и пользовались этими деньгами. Ну, у меня, честно говоря, вызывает это искреннее изумление. Потому что, ну, как бы уже была система накопительная, она с начала 2000-х годов была. Потом ее заморозили, а потом сказали, что вообще эти деньги ушли в бюджет, и вы их никогда не увидите. Так если мы уже один раз накопили и потеряли, то кто, какой человек будет второй раз соглашаться на это, на эти добровольные пенсионные накопления? Да никогда в жизни. Мы уже поняли, что пенсии не будет, смирились с этим, ну и все как бы. Далее, друзья. О, забыл сказать, что вчера же завершился чемпионат мира по футболу в России. Первое место и чемпионом мира стала сборная Франции, которая выиграла у Хорватии 4-2. Далее, коллеги. Мегафон объявил о делистинге в Лондоне и выкупе акций в Москве. Ну, не знаю, честно говоря, как это отреагирует на рынке, но сегодня вот узнаем, кто готов рассказать нам про Мегафон, что с ним сейчас творится и что с ним может дальше произойти. Но это серьезно. Это серьезно. В том плане, что, ну, во-первых, сам Мегафон понимает, что денег ни в России, ни на Западе он больше не соберет. Ну, то что там. Такое впечатление, что Мегафон что-то знает про сегодняшнюю встречу. Если они сегодня утром заявляют о том, что, так сказать, делистинг. Делистинг прямо перед встречей Трампа и Путина в Хельсинки, это о многом говорит. Значит, они знают, что результата не будет. Вот такое впечатление. Ну и, конечно, сам делистинг плохо и для Лондона, и для Московской биржи, потому что деньги-то уходят, то ж оборот есть, деньги крутятся, а то делистинг акция уходит, и чем меньше акций, тем меньше доходность бирж, естественно. То есть это такая новость не очень хорошая. Далее, друзья, Twitter предпринял необычную меру. Он сделал чистку, определил ботов, то есть фейковых пользователей, вычистил, убрал вообще из системы Твиттера, в том числе из числа фолловеров, из числа последователей, которые, так сказать, следят за разными звездами. Но это оказались Джастин Бибер и Кэти Перри, известные певцы. Они больше всего потеряли своих фолловеров.
ну вот Кэти Перри потеряла 2,8 миллиона последователей, поскольку это были фейки, купленные, видимо, и ее менеджерами. Вот. Я хочу сказать, что 90% всех вот этих накрученных цифр это фейки. То есть вообще, когда люди делают рекламу в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере в том же самом, там тоже разные варианты есть продвижения, да, надо ясно понимать, что на 90% вы отдаете деньги просто системе, которая вас, так сказать, якобы должна продвигать. Это же все фейки. Они вам понакидают миллион, так сказать, лайков и миллион фолловеров. Ну и что? Фолловеров. И что? Фейк. Не работает это все. Но Твиттер вообще на решительный шаг пошел. То есть там сейчас так серьезно-серьезно пострадают многие якобы звезды. Далее, друзья, давайте посмотрим, а как чувствуют себя наши звезды. Я имею в виду, конечно, наших участников, трейдеров за Кубок Витрейд ТВ «Золотой мяч» 2018 года. Как вы знаете, «Золотой мяч» 2018 года как лучший игрок чемпионата мира. Игрок года – это другое в футболе, а вот лучший игрок чемпионата мира получил Лука Модрич. Вот, ему вручили вчера этот кубок. Ну, мне кажется, справедливо. Он, конечно, играл огромную роль. И, так сказать, и в том, что хорваты вошли в финал, это огромная заслуга Луки Модрича. Вот. Ну, вот посмотрим, давайте, кто наши участники этого кубка, этого турнира получат данный кубок «Золотой мяч» 2018. Кто будет Лукой Модричем по-русски? Смотрим. Владислав Самородов 59%. Блестящий результат. Владислав, поздравляем вас. Евгений Питерский 28,8%. Как-то они так вместе стоят, первое, второе место, и делят это первое, второе место. Вот видите, кто первым стал, того и тапки. Вот Владислав Самородов зарегистрировался первым, так и лидирует. Питерский зарегистрировался вторым. Так и на втором месте есть. Коллеги, кто участвует и еще не прислал свой номер счета, присылайте. Чем быстрее мы про вас узнаем, тем больше будем за вами наблюдать, естественно. Flying Top минус 37%. Биржевик Инфо плюс 9%. Трейдинг Флор Юрий Марченко 0,2%. Ухта Капитал 10%, а Вольный Трейдер Александр Шевенков 28,5%, это третье место в нашей табеле о рангах, и Сергей Че 5%. Ну что, коллеги, из 8 действующих участников один только в минусе, 7 в плюсе, ну и вот упорная борьба идет между Владиславом Самородовым, Евгением Питерским и Александром Шиенковым, друзья. Так что смотрим внимательно, как идет эта битва и к чему дело движется. Иван Гурьев подсказывает мне, что Мегафон вырос на плюс 15% сегодня. Да? Ну, здорово, здорово. То есть, как бы люди решили поторговать, пока не произошло делистинга. Ну и хорошо. Самое главное. Довольны. Buy sell две стороны у монеты. И сегодня мы, естественно, на WTI, давайте бросим монеты, узнаем, что она думает. На прошлой неделе она показала 60% правильных прогнозов. Сейчас она показывает buy по нефти. Единственное, сразу предупрежу, что я сейчас поменяю уже на сентябрьский фьюч. То есть уже на WTI уже переходит на сентябрьский, на первый осенний фьючерс. Давайте посмотрим макроэкономические новости сегодня, в понедельник, что есть. Праздник есть в Японии, друзья. В Японии день моря сегодня. Отдыхают все. В Китае, коллеги, опубликовали ВВП за второй квартал год к году. Было 6,8, стало 6,7. О. А вот квартал к кварталу, то есть второй по сравнению с первым, был 1,4, стал 1,8. То есть получается по нарастающей Китай во втором квартале рос.
В первом квартале была просадочка, видимо, а вот во втором квартале он вырос лучше ожиданий. Поэтому исходите из этого. Далее, коллеги, другие глобальные новости понедельника, никаких, ничего серьезного. Ну что, друзья, сегодня, наверное, самый неопределенный день в году. Во-первых, многие инструменты находятся в середине торгового диапазона. Тот же индекс доллара, вообще непредсказуемо, куда ему двигаться. Вот. Абсолютно непонятно и другие инструменты. Я говорю, что очень многие находятся в середине торгового диапазона. Торговать, в принципе, очень тяжело. Плюс ко всему, сегодня у нас активный новостной день. Мы ждем результатов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа из Хельсинки. Дональд Трамп уже в Хельсинки. Владимир Путин, сказали, прилетит туда утром. Вот. И мы ждем, естественно, когда начнется встреча, какие новости. Если у кого-то эти новости появляются в ленте ваших новостей, пожалуйста, тут же давайте их нам. Мы будем вместе оценивать и вместе действовать согласно этих новостей. Спасибо, коллеги. Всем удачи сегодня.